99 лет со дня образования отпразднует в этом году пограничная служба России. День пограничника пройдет в ближайшие выходные. Около четверти века Омская область входит в число приграничных регионов. Граница с Республикой Казахстан в 9 районах региона превышает более 1000 километров. Дмитрий Куканов побывал на одной из застав. Доведение приказа до дежурного патруля – традиция, сохранившаяся еще со времен Советского Союза. Правда, тогда рубеж проходил намного южнее. И Омская область не считалась приграничной. Сегодня на территории региона более 1000 километров границы с Республикой Казахстан. Четверть приходится на Русско-Полянский район. Сопредельное государство, хоть и дружественное России, но инциденты случаются. Впрочем, как говорят пограничники, обстановка стабильная. Но данное направление угрозы, которое у нас имеет место быть, это все равно канал миграции, да, имеются также факты нарушения с наркотическими средствами, которыми нам приходится бороться. Попадаются, конечно, нарушители ряда правил пограничного режима, это как бы более безобидные такие так называемые нарушители. А в целом, как бы, спокойствие это относительно все-таки. За прошлый год задержаны более 1000 нарушителей, изъяты десятки единиц оружия и килограммов наркотических средств. Пограничники не только следят за пересечением рубежа в полевых условиях, но и проверяют весь ежедневный автомобильный трафик. Существует и немалый объем скрытой работы. А для повседневной деятельности, не связанной с секретностью, на заставе привлекают и местных жителей. Отдельный из них у нас входит в ряды добровольно-народных дружин, которые осуществляют деятельность по нашему образу и подобию в виде нарядов по защите государственной границы. За успехи в охране государственной границы Русско-Полянскую заставу решено отметить. В день пограничника отделению будет присвоено имя нашего земляка, героя Советского Союза Николая Лукашова. Дмитрий Куканов, Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.